Здравствуйте, меня зовут Асыла. Я работаю в отделе аренды компании Arbat Home. Сегодня мы вам покажем квартиру в аренду 2+1 дуплекс в районе Махмутлар. До показа этой квартиры я хочу рассказать вам критерии выбора квартиры в аренду. Вам нужно определиться с выбором района, удаленность от моря, расположение к жилому комплексу, инфраструктура самого жилого комплекса и городская инфраструктура от жилого комплекса, насколько она находится далеко, близко. Учитывая все эти критерии, формируется цена квартиры в аренду. Я нахожусь в районе Махмутлар, где и наша квартира. В районе Махмутлар вы практически везде можете услышать русскую речь. В магазинах, в аптеках вам всегда ответят, подскажут на русском языке. Центральная улица в этом районе называется Барбаросса. На этой улице вы можете встретить сетевые продуктовые магазины, как Мигрос, Шок, 101, а также огромное количество кафе и ресторанов. Теперь я вам расскажу немного подробнее об инфраструктуре нашего комплекса. На нашем сайте вы сможете найти огромное количество квартир в аренду. Есть комплексы с богатой инфраструктурой, так и поменьше. В нашем же комплексе есть открытый бассейн, детский бассейн, хамам, сауна, паровая комната, фитнес. Вся эта инфраструктура уже входит в стоимость аренды. Сейчас я предлагаю вам посмотреть нашу квартиру, в каком виде сдается квартира в аренду. Сейчас мы находимся в квартире 2+1 дуплекс. На первом этаже находится зал, совмещенный с кухней, и ванная комната. На втором этаже находятся две спальные комнаты и еще одна ванная комната. Сейчас вы увидите, в каком виде мы сдаем квартиру в аренду. В нашей квартире абсолютно вся бытовая техника установлена фирмой Samsung. В квартире есть интернет, в каждой комнате установлен кондиционер, есть постельное белье, полотенце и, конечно же, фен. Стоимость квартиры в аренду формируется от количества спальных комнат. На нашем сайте вы можете ознакомиться с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1. Если вас заинтересовала квартира, вы можете позвонить по ниже указанному номеру телефона. Также стоимость квартиры в аренду формируется от расстояния до моря. Сейчас я приглашаю вас к морю. Ну вот мы на нашем пляже Махмутлара. Расстояние от нашего комплекса до пляжа 600 метров. Это буквально 10 минут ходьбы. В этом году установили на берегу нашего моря новые симпатичные кафе, где вы можете купить прохладные напитки, мороженое вашим детишкам. Чтобы забронировать квартиру в аренду, вы можете позвонить по указанному номеру телефона. Добро пожаловать в Аланию!